Первое открытое заседание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева прошло в республике 9 января. Рассмотрение дела отложили на конец месяца. Защита попросила дополнительное время для изучения материалов. В тот же день Сусанин рассказал, что в Удмуртии после гибели 5 человек в ДТП возбудили уголовное дело. Авария произошла на трассе в Можгинском районе в новогодние праздники. Также в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы медперсоналу. Деньги не могли получить сотрудники Екшербодинской районной больницы. Сумма задолженности составила более 500 000 рублей. В пятницу стало известно, что в Ижевске вновь пройдет международный цирковой фестиваль. Он стартует 6 марта и продлится 5 дней. На арене выступит около 200 артистов из 15 стран мира. В выходные в Удмуртию придет потепление. В республике усилится ветер, начнется метель. На дорогах ожидаются снежные заносы. В субботу будет не холоднее, минус 8 градусов.